Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и, наверное, у вас возникает вопрос. А что это за пенек резной с какой-то дыркой в центре, и для чего вообще он нужен, и вообще нахрена я его вырезал? А вот так. Более стало понятно, наверное, да? Это подставка, ребята, под рог. Так как мы часто ездим на фестивали, у нас есть рог клубный, из которого мы пьем. После того, как мы наливаем его полным, приходится его держать, либо приходится его осушать. Но это бывает не всегда так. И вот я решил сделать подставку под рог, чтобы не париться, больше не держать его, а можно было выпить. Делал я его из дерева липы, вот такой вот кусочек, как мы видим. Значит, распилил по нужной длине его, примерно все делалось на глаз, никаких размеров особенных не было. Все это я выпилил, какую нужную примерно высоту вымерил, так вот на глазок. Ну и приступил к работе. Все это было ошкурено. Потом в дальнейшем вы увидите, что было высверлено отверстие под то, чтобы именно рог заходил, так как он у нас не прямой, а винтовой немного, чтобы рог заходил, становился именно четко, так вот удобно. Для этого было выпилено отверстие мною, высверлено. И уже в дальнейшем проводилась обработка. Именно брались рисунки, то есть производилась резьба этого рога, брались рисунки в скандинавском мотиве все. Началось все именно с плетенки, я так называю вязь. Вот. А потом уже перешло к рунам, с рун я перешел уже на скандинавские мотивы, взял драконов. И уже в дальнейшем драконы переросли в то, что я нашел резьбу интересную такую. Это битва Сигурда с драконом Фафниром. И эта резьба уже также наложилась, два фрагмента наложилась на рог. Ну и, соответственно, наш лейбл клуба, так скажем, вот с нашего знамени перенес вот это вот изображение нашего оленя тоже на рог. Ну, в принципе, все остальное вы в дальнейшем увидите. Рецепт, чем я покрывал рог, тоже будет в конце. В принципе, смотрите, наслаждайтесь процессом. Ну и, в принципе, всем спасибо и пока.
что я хочу сделать? Хочу убрать вот эти вот внутри, зашлифовать вот эти вот разные сколы, неровности, вот эти вот, все вот в углах. То есть доделать уже капитально. Чем я сейчас и займусь. Ну что, спустя 2 часа манипуляций с помощью наждачка маленького, шкурки наждачной, добился результата белизны, вот. Сделал рог. Сейчас буду делать покрытие. Вот эту вот коляску, которую я сегодня делал, буду вот так вот наносить. Так как нет ни у кого, если нет строительного фена, можно использовать плиту или разогреть вот сей состав, разогреть до тепла, до температуры, и взять кисточку и просто кисточкой покрасить. Рецепт, если для пропитки дерева. Если кому интересно, я сейчас быстренько расскажу, о чем пойдет речь и вообще какие ингредиенты во всем этом деле будет. Ну а так, кому не интересно, может полазить в интернете и найти кучу других там рецептов, там много есть. Но мне этот понравился из-за того, что он экологически чистый, и тут в принципе добавляется, ну, все то, что в принципе находится в природе. Это, опа, соскочило. Это вот такая катка сыра, который мне Сашка Отер подогнал. Это пчелиный воск. Вот, я, значит, уже одну порцию намесил. Это здесь 100 грамм. Вот сейчас вторую порцию. Вот, тут, по-моему, тоже 100 грамм, но для пущей убедительности. Да, 100 грамм, 45 миллиграмм. Вот, короче, вот вторая порция отправляется сюда. Вот, канифоль сосновая. Тут у меня 20 грамм. Вот, вот в таких баночках она продается, вот она. Одну я вот уже растолок, сейчас вторую растолку. Вот получилась вот такая вот коляска. Ее мы будем добавлять в воск. И нам понадобится третий ингредиент, это скипидар. Его нужно... Ну, так как я делаю две части, то есть не одну часть, по большому счету, как написано в рецепте, 100 грамм воска, одна баночка вот такая канифоли сосновой, ну, это смолы сосновой, и 50 грамм скипидара. Ну, так как я делаю две части, это получится 200 грамм воска, две банки этой и 100 грамм скипидара. Сейчас. Ну, скипидар пойдет в самом конце, вот. Я уже разметил, сколько надо. Такое количество скипидара потребуется. А сейчас жидкость вонючая. Сейчас, короче, ставим все это на водяную баню. Сейчас все это будет таять. Мы это будем помешивать, короче, и сюда добавлять будем сейчас канифоль. Короче, сварил я борщ. Вот такой вот борщ получился. Значит, все у нас тут растаяло. Вот. Так как говорила моя бабка, в 7-м поколении алхимик, тщательно все перемешивать надо. Та-дам! Так, и теперь скипидарчик. Берем
Так. Пирский пидарчик. Так, сейчас будет запах вонючий. Ну что делать? Придется жертвовать чем-то. У-у-у-у, ребятушки! Готовьте в хорошо проветриваемом помещении все это дело. Все, теперь выполняем роль мешалки до того момента, как все это не преобразуется в однородную массу. Короче, все я размесил. Вот. Месил минут 5, наверное, не больше, наверное. Вот так примерно где-то. Сейчас все это будем заливать. Заливать в формы. Все. Вот так вот. Остатки. Но это ладно, они снимутся потом. Вот получилось 3 банки у нас. Теперь ждем, пока все это застынет. И вот, в принципе, средство готово для натирания в дальнейшем и обработки дерева.